Обратите, пожалуйста, внимание, главная башня со стороны площади верхнего фасада, где всегда был вход, башня Дмитриевская. В честь князя Дмитрия Константиновича четвертая у меня экскурсия. Так вот, где стены? А стен нет. А где они? Внизу. Да, правильно, стены внизу. Потому что именно на территории нашего Кремля единственный крем. Итак, дорогие друзья, если в доме, который построен вместо главного Спасского собора, стоит мэрия, все полномочные представительства президента Приволжского федерального округа работают в здании. Ну ты гуляй, не надо, это России появились они в 70-е годы, и они все одинаковые. Thank you.
вообще здесь все для детей. Здесь вот сейчас год театра, поэтому здесь театральная обстановка. То космонавт посвящено, то себе видно. То есть каждый раз экспозиция меняется. Дорогие друзья, ну и что мы видим? Мы видим, вот где велась торговля под стенами Нижегородского Кремля, со стороны, с другой стены, и наверху со стороны стен велась торговля. А как лошадки двигались? А лошадки двигались по бревнам, которые были насланы вот здесь внизу. Это сейчас асфальтовая дорога, а тогда были одни бревна. Вот так Нижегородская рать именно по этой дороге и ходила по Волге в другие города и селения. Видите, как прекрасно построена стена. Она именно как ожерелье на шее Пушкина. Самая высокая башня, вон она, наша стена, это башня Чистовая, где с 16 века в русской деревянной будочке были часы. И часовщик несколько раз поднимался и стрелочки уточнял. Из любой башни, крупной, с территории Кремля можно выйти и попасть или на площадь, и на нижний мост сюда. Подержите, как тогда будет. Сфотографируйте. У вас что, дочком? И перед нами вечный огонь. Вечный огонь – это на каждом холме было по деревянной церкви.
Вот это здание, которое вы видите, это здание 18 века, 70-е годы. Это дом, он огромный, дух лицом. И вот это Ну-ка, 2 минуты.